Скажите, а был... А вас не смущает, что, по-моему, здесь запрещен разворот, разве нет? Я здесь просто очень много, большой поток транспорта стоял. Стоял как раз загорожен был знак, загорожен большой машины. Я вот его проморгал, просмотрел. А вы давно водите? Очень давно. Это ваша первая ДТП? Да. Серьезно? А как владелец, ну, водитель другой машины себя чувствует, не знаете? Она у нее вообще по руке, она подозревает на более серьезную травму. А первичная, значит, недосмотр, у нее стало шуши. Без кого просили, и все. Но ваши действия, вы торопились, вы куда-то спешили? Я вообще-то как-то вот не то, чтобы торопиться, а торопился. Хотел развернуться. То есть не было такого, что где-то суетился, торопился. Я не знаю, просто первый раз на качестве раз. Я хозяин машины, я за рулем, то не был. А кто был за рулем? Жена, ее увезли. А она получила травму? Да. А по первичной информации, как все происходило, знаете? Она двигалась в том направлении. Этот товарищ решил развернуться. А, то есть он разворачивался на здесь, на Волоколамке, решил развернуться назад? Да, да. А она, вот, по первичной информации, супруга серьезные травмы получила? Нет. Ну, то есть пока ни переломов предварительно, ничего? Я ее видел там мельком, ее увезли.